Так, ребятки, всем привет, добро пожаловать на канал X-Prime. Сегодня у нас будет дневной стрим по Star Citizen. Будем летать, давно мы уже не играли в нее, наверное, месяца два. Вот, полетаем, посмотрим, что поменялось. Ну, в общем-то, тут особо, в основном, ну, ничего не появилось. Облака, газовые скопления всякие, там, в декоре изменения, вот. Ну, ждем более крупных обновлений, вот. Сейчас пока в 3.1 летаем. Так, ага. Мы очнулись на New Babbage. Так, ну ладно, двигаемся. Короче, сходить нам в какую-то кафешку пожрать, потому что что-то жратвы. И воды мало. Здравствуйте, хорошего полета. Дим, привет тебе. Да? Сегодня вот я решил полетать наконец уже. То на самом деле мало игр, в которых можно так просто порасслабляться. Так, проводочек отодвинуться, чтобы не мешал. Так, нам в Commons надо. Как твои дела, Дим? Рассказывай, что новенького? Привет, голос, что-то изменился, у тебя заболел. Кимранчик, привет. Ну, что-то да. Чайка попил, но что-то пока не проходит. Вроде бы и не на улице вчера не был. Вот, то есть, ну, фиг знает, в чем проблема. Может, пройдет со временем. Сам-то как Кимран поживаешь-то? Ну да, я вот тоже вот играю так чисто в нее расслабиться. Тут как бы пока такого сильно активного геймплея нету. Не, ну можно, конечно, найти тут по стрелушке, но я в основном предпочитаю полетать и расслабиться. Кефирчик, привет тебе. Как твои делишки? Так, мне надо направо. После двух суток, а так вроде ничего, понятно. Блин, ну, хз, двое суток это слишком жестко. Спортсмены. Так, где у нас жратва? Еда. Мне нужна еда. Сэндвичи. Пофиг какой-нибудь. Так, его можно съесть? Ит. Блин. Я же маску не снял. Без шлема нельзя кушать еду. Так, где она? Я, кажется, его уронил. Ну ладно, еще раз купим. Так, что нового, как дела? Да, потихонечку сегодня вот в космосим будем играть, летать. Такие водички надо купить, попить. Дринк. Зачем он палец отогнутый, указательный вверх держит? Еще можно, что ли, дринк делать?
А, у нее, да, еще оказывается, она это... Еще оказывается, бутылочка-то не заканчивается. Ладно, пофиг. Давайте мы слетаем теперь. Так. Раз как тут много скопилось. Боты еще, конечно, тут туповатые, но ладно. Так, нам теперь нужно в Spaceport. А я успею, успею, успею. 6-5, да, успеваю. Красота. Солнышко светит. За бортом минус 60, короче. Так, направо нам надо. Че, ребята, на какую миссию полетим? На доставку или боевую? Мне просто надо с кораблем тогда определиться сейчас. Так. Я за вторую. На боевую хочешь, чтобы я слетал, да? Посмотрим, что из боевых есть. Мы сначала с миссией определимся. Где у нас контракты? На это попробуем слетать. 20 000. Где она там находится? Ну ладно. Сейчас заправим кораблики, полетим.
Пятый ангар. О, живой игрок. Так, пятый нам нужен. Вот она, наша ласточка. Сейчас мы на ней-то полетаем. Так, мне надо заправиться. Ага. Понятно. Так, разрешение. За снег фигачит. Так, у нас цель там где-то сверху слева. А, Гладиус нравится тебе, да, тоже. Мне тоже нравится, хороший корабль. Не, ну конечно, New Babbage, мне кажется, самый интересный получился из всех планет, потому что тут довольно-таки атмосферная погода. Очень классно смотрится. Вот эти снежные бури. Вообще, тут погоня, зашел на стрим и на тебе, смотри, две рекламы. Поздравляю тебя. Ты напоролся на самый этот бонус. А он у тебя первый? Не, у меня был этот Avenger. Avenger был первый. Я на нем полетал. Ну, такой себе на самом деле кораблик. Не очень. Не понравился. Вот. Хоть у него и был грузовой отсек. Типа его и рекомендуют новичкам. То есть он может и как и боевой рассматриваться, и как и груз у него есть, и можно заключенных перевозить.
И, по-моему, там даже спальное место есть. То есть вот для новичка самый классный корабль. То есть, блин. Ну вот, всего понемногу, это вот, знаешь, блин, ни рыба, ни мясо, вот, для меня. Вот. Гладиус же, наоборот, он больше боевой. Доставку он не может делать, грузов. Вот. Ну и, соответственно, там заключенных каких-то тоже перевозить не может. Вот. Так что... После Эвенджера я взял Констеллейшн Андромеду. Она такая здоровая, блин, у меня лошадь, которая... Ну, кони называют их. Констеллейшн такой небольшой фрегат, я бы сказал. Вот, но, блин, прикольный. Вот, и после Constellation я взял вот Gladius. Ну да, для меня как бы не совсем то. Avenger. Он хоть и прикольный, как бы, и по... Вот, но как-то не то, не сё, вот. Сейчас мы из атмосферы выйдем и будем прыжок делать. Так, мне кажется, это все-таки сначала проложить маршрут, что у нас там. Ну, еще где? Что, карта не работает, что ли? Ну-ка еще раз посмотрим. А, вот заработало. Так, нам надо сюда прыгнуть, но топлива нам не хватит. Будем с дозаправками долетать. Вот до сюда долетим сначала. Кораблики и летчики, да. Да, точно. Гладиус, он хороший, конечно, истребитель маневренный, но он, из-за того, что у него маленький бак, маленький квантовый двигатель, он не может на большие расстояния летать, поэтому приходится ну, так сказать, с дозаправками летать. Поэтому мы полетим. Сначала получается вот сюда, вот, на станцию промежуточную, чтобы заправиться. Constellation, конечно, и ее бака хватит, чтобы туда и обратно еще раз летать, блин, через всю ну, звездную систему вот эту без проблем. Точно, спасибо, Games. А в корабле будешь дальше играть или прокачиваться? Ну, стрим будет на следующей неделе. Олег попросил совместный устроить, поэтому будем вместе, наверное, устраивать, катать. Вот. Я так чуть-чуть качаюсь вне стрима, то есть, ну, и поигрываю, так сказать. Вот. Поэтому стримы еще будут, скорее всего, по корабликам. Просто у меня по каждой игре один раз в неделю стрим выходит. Мне не хватает времени на большее, ну, то есть. Вот. Так, 39 километров. Километраж показан справа. Эй, социально запознаешь, шеф. Привет, Вадим. Я понял. Ну, на то они и шефы. У них это основная функция. Значит, я задрот. Сори, что так пишу. В смысле? Не понял, Дим. Давайте прыжок уже будем делать. ФПС, вернись, мой ФПС. Отпустила.
Я за 3,5 часа 5 миллионов накопил, а ты? Как его? Ты с игроками сражаешься или в офлайне катаешь? Но я понял, что в кораблях. Я имею в виду, ты офлайн фармишь или онлайн? Так, 28,5 миллионов километров еще лететь. Это что мигает? Что за лампочка? Что-то тут немножко поменяли все-таки. Что-то какие-то... Ну, функционал какой-то появился у приборной панели. Так, говорит, еще куча вопросов появилась и так далее. Так, уже штрафуют за каждый неверный шаг. Отдохнул, называется. Ну, твои как дела? Игра хоть чуточку поменялась? Да, поменялась. Сейчас мы долетим, скорее всего, до промежуточной станции, Вадим. И увидишь вот новую систему газопылевых облаков. Ну, короче, образование. Там, скорее всего, будет туманность такая. Вот, и посмотришь, что это такое. Ну, это не текстура, это такая вот реально какая-то, ну, эфемерная масса, которую можно пролететь сквозь. Ну, то есть, как, даже не знаю. Ну, ты как будто действительно в облаках летаешь. Вот таких вот. Красиво выглядит. Для фарма с ботами выгодно, а живыми так поугарать. Блин, меня иногда бесит, такие тупые в командах попадаются. Это жесть просто. Мне прям аж... Прям вот аж прям блин, хочется клавиатуру расхерачить. Прям бывает такое состояние, а ты вроде играешь, блин, вроде все получается, и хоп, смотришь, а у тебя твои уже слитые, блин, все. Ты понимаешь, пипец, блин. Так что-то стараешься там, что-то... Ну, видишь, подбор же он по тирам, а не по... Каким-то, ну, то есть, по прокачке, так сказал бы, ну, вот, то есть, не по навыкам, вот, поэтому... И лоу FPS. Ну, сейчас посмотришь на FPS. Сейчас у меня 40 FPS. Вот. На планетах у меня 30 в среднем FPS. Вообще, раньше было намного выше FPS. Видимо, что с каждым обновлением FPS он так-то ну, проседает, кстати. Вот. И, скорее всего, это из-за того, что у меня процессор не выводит. Никва, Амур, привет тебе. Да, есть немножко. Как сам-то? Кораблики. Да часто кидают нобов, либо с маленьким уроном за бой, либо сливается сразу. Да, что-то типа того. Космос, тишина. Да. В космосе вообще звуков, по идее, не должно быть. Только всякие вибрации по корпусу идут. Так, ну вот, подлетаем. Сейчас, наверное, вот эта вот газовая пыль сейчас и всю свет звезды и закроет. А, да, там есть какая-то туманность, уже вижу. Вам не видно, наверное, на телефоне, а вот у меня уже чуть проглядывается. А, ну тут не такая она ярко выраженная, ну ладно. Есть такие прям плотные, что прям не видно ни хрена. Хотя, может, мы сейчас залетим и все видно будет. Ну, то есть, увидите. Мечта это жить до момента, когда человечество начнет освоение космоса, ну хотя бы Марс. Да, не доживем. Ну, может, Илон сможет. Ну вот, видишь, уже на фоне появились вот эти вот туманности. Вот. Они как бы не картинка, это до них долететь можно туда, залететь в них. Прикольно смотрится на самом деле.
Сейчас мы заправимся и полетим дальше. Да хотя бы Луну. Да на Луне нечего делать. Просто огромный кусок. Огромный астероид, блин. Оу! Не понял. Это я что, зацепился обо что-то? Его просто. Повезло, что не расхерачился еще. Да, еще землю это не освоили полностью уже. Так, надо запрос на посадку сделать. Так, где у нас? Подожди, притормози, притормози. Куда нам лететь? А, вот. Вниз нас. Нас в самый низ. Единственный шанс выжить человечеству свалить с планеты. Блин, было бы еще куда валить на самом деле. Я что-то не хочу на как-то на голые камни лезть куда-то. Лепродун, привет тебе. Вот наше посадочное место. Сам мировой океан чего стоит? Ну да. Если же вы запланируете выкинуть отсюда людей. Так мы про чье выживание говорим, получается? Слишком резко. А через 4 миллиарда лет Земля и так как бы за Солнце разрушится. Да, блин, 4 миллиарда это пипец. Мы уже свидетелями этого не станем. Так, нам надо заправиться. Так, вот бензин. Ремонтируемся сразу. Так, это я самый красивый, помнишь, надеюсь? Красавчик, который в RTHD. Денис, вы что там с Ильей мутили? Не, ничего не мутили. В игры играли. Так, вроде бы заправились. Так, куда нам теперь? Вот сюда надо. Этот роуч. Ну вот, видишь как. Так. Сейчас долетим уже до миссии скоро. 22 миллиона, подумаешь, километров. Как-то делишки, кстати, Илья.
Надеюсь, я затащу в этой миссии, потому что, ну, 22 тысячи кредитов — это довольно-таки много за миссию. У меня сейчас 71, получается, тысяча. Да, 71 700. Вот, в принципе, если я сейчас эту миссию сделаю, то я неплохо так разбогатею. Кстати, уже, Вадим, появились же итерация, теперь сохраняется у тебя инвентарь, который ты заработал, и бабосы после вайпов. То есть уже который раз обнова, у меня до сих пор моя сумма на балансе остается и мой шмот, который я купил. Вот насчет кораблей не знаю. Может быть, и корабли остаются, надо только будет попробовать купить как-нибудь. Ну, сначала заработать. Выходные, конечно, скучновато прошли, когда ком говно. Ну, вполне возможно. Надо тогда не на компе завязываться. Велик есть, Вадим? Вообще прикольно на велике кататься. Ну, сейчас зима, конечно. Лыжи тогда. В итоге 2 дня лежачего режима. Ты знаешь, после работы утомительной, блин, неудивительно, что можно пролежать 2 дня. Два дня пролежать — это еще нормально. Главное еще вставать, это, покушать себе заставить. Пописать, покакать уж придется встать, тут организм заставит. Ну, чутка осталось. 5 миллионов — это совсем немного. Так, а у меня толком нет. Ну а чё, это, в кораблике же играешь? На телефоне хотя бы. Гладиус можно перекрасить. Самой фичи я такой не видел, что можно перекрасить. Я знаю, что есть разные модели Гладиусов, вот они имеют свою раскраску. Боевые, там гражданские какие-то версии. Да, пожалуйста, нахрен, как тюлень Вадимович. Спасибо, ты. Чего ты хоть обожрался? Чё хоть ел-то? Рассказывай. Ох, неужели там тоже, что ли, туман? Ёпарас, это будет жестко сейчас. То есть туман, как сказать, газовые всякие. Воу. Так, а где наша миссия? Вот она. Сто двадцать пять км. Да ладно, надо разгоняться тогда. Не, ну красиво же, смотри, как сделали всякие светящиеся эти газовые облака. А солнышко? То есть солнышко, звезда наша где? А прикинь, звезду закрыло так туманом, что ее даже не видно. Она же у нас, по идее, была где-то. Где она? Реально звезды не видно. Не, ну смотри, как красиво сделали. Видишь, Вадим, вот это вот в обновлении добавили, по-моему. В каком-то 3.1, по-моему. 3.11, по-моему. Торт, панчо, пельмешки, драники, орешки. Блин, я от драников уже 100 тысяч лет не ел. Аж, блин, захотелось. Детские орешки в шоколаде. Блин, вот эта флуоресцентная тема, она вообще классно смотрится. Так, сбавим скорость, то мы уже подлетаем к цели. Блин,
блин, четко тормозит. Мне вот нравится, как вот это все продумано. Так, ну ладно. Где радар-то? А, вот он. Он тут есть, но его как бы не особо видно. Вообще он должен быть... Работать как бы. Ну хрен с ним. Сейчас посмотрим, что получится у нас в итоге. Просто без радара как бы не очень... О! Где контакт? А, вот. Так, захват. Подожди. Нужно таргет цели. Ага. Ну, красиво, красиво. Я лично подобное видел в Rebel Galaxy и Galaxy on Fire 2. Понятно. Блин, у меня все какими-то смайлами все перешифровывает. Это пипец. Попробуем пострелять. Что-то отвалилось от него. О! Боеприпасы не тратить. Так, это 12 километров. Это 5. Вот это будем крошить. Блин, что-то мне кажется, что они понерфили тут красоту взрывов. Так, сколько? 3, 6. Раньше как-то поинтереснее выглядело это все, по-моему. Блин, я бы поменял звук у пулемета, как-то он... Воу. Так, это 5 км. Так, нам осталось 6 турелек таких уничтожить, получается. И деньги наши. Пока они что-то не шибко сопротивляются, кстати. Раньше прямо разносили моментально. Может, что с ребалансом сделали? Что-то она даже не стреляет, по-моему. Ну, давай. Так, где еще контакт? Ну, вообще, взрывов особо быть и не должно. Чисто хлопки, ибо огня тоже быть не может в космосе. Ну, вполне возможно. Но, может, там какая-нибудь батарея горит. Не знаю, на чем они работают. Может, какая-нибудь топливная установка, может быть. Что-то должно же быть такое, которое позволяет сгорать газом. О-о-о, а тут начали стрелять. Вот они зашевелились, демоны.
А, так это кораблики. Это же кораблики. Ёпрст ты, а что за пинги? Охереть. Это уже кораблики. Вот это уже космический бой, блин. Ёпрст ты. Сложно на них навестись. Тут уже посерьезнее, это не по стационарным объектам стрелять. Красота. Главное на месте тоже не стоять. Да ёпрст, надо мышку чуть-чуть поднастроить, что она у меня прям резко дергается. Вот, а, ну понятно, я с какими взрывами путаю. От кораблей же взрывы красочные. О, нормально. Можно с ним не поцеловаться вплотную, блин, а то я знаю уже опыт. Так, осталось турельки. Да? Здесь мне хватит. Давай, взрывайся уже. Давай, давай, давай. Блин. Это какая-то турелька. О! Прилетел, блин. Откуда ты взялся? Сейчас, ребятки, чатик почитаю. То. Ёпрст ты, блин, ты со мной не сближайся. Ты, блин. А это ведь, по сути дела, не боевой корабль у них. Это какой-то добывающий майнерский корабль. Ну, то есть, блин, он, по идее, слабенький довольно-таки должен быть. Так, а где у нас еще цели? Так, что это такое? Аркан, привет тебе. Это Star Citizen. Это удачи ручками. Я удивлен, что ты цел. Да, все вполне. Это что такое? Минерал, что ли, какой-то летит? Так, мне осталось 4 башенки. Блин, кто-то меня сзади крошит. Где ты там? А, вот он. Получи, 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 сдохни! Ну давай уже. Горит уже. О, нормально. Так, где следующая цель? А, вот Сич Арес. Аркан, ты читаешь вообще не умеешь? Да ладно, что ты?
не все сразу понимают. Так, люблю космос. Ну, мне тоже нравится. Просто вот эту игру я уже давно играю, но она это... Развивается очень медленно, я бы так сказал. Но она развивается так медленно, потому что тут очень много заморачиваются разработчики со всякими механиками и красотой и прочее. Так, мне уже кабину расковыряли. Да ладно, кто еще там сзади? Да что такое, а? Что вы такие назойливые? Дайте мне спокойно миссию выполнить. Не, доработать надо еще, ну, визуал взрыва, потому что выглядит, ну, как-то немножко как хлоп какой-то все. Блин, мне передний щит снесли полностью. Я сейчас чувствую, меня разнесут кабину. Осталось-то всего лишь две турели. Чего? У меня патроны кончились. Факт, только лазер остался. Давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Главное не стукнуться вдвоем. В принципе, и с лазерами неплохо. Так, а где еще цели? Полетим сюда. Онлайн или... Это онлайн. Ну, тут есть и офлайновые эти элементы. Я не понимаю, почему онлайн, это... Да-да-да. Так, тут у нас 8,7. Тут у нас 8,3. Ну... Полетим, блин. Еще нам две башни осталось. У нас закончились боеприпасы для пушки. Ну, в принципе. В принципе, думаю, справимся. Посмотрим. Блин, издалека их стрелять лучше всего, блин, потому что они летят на тебя. Как раз можно попасть. Ну, там, блин, что ж такое резвый-то, а? Блин, если он сейчас нос разберет, это будет очень плохо. Давай, 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 Гладиус, давай. Не мотыляй, пожалуйста. А, да, отлично, зараза, застал. Еще один, блин, да откуда вы беретесь-то? Это что за пинг был сейчас? О, еще бы чуть-чуть, и мы бы с ним поцеловались бы. Ну... Орёт что-то там. Отлично.
Где еще одна цель-то, блин? Да что у вас так много-то? Блин, это далеко. А где тут рядом со мной летает? Да ёпарсоте! Сейчас, ребят! Ох, ни хрена себе! Ебарсоте! Вот эти безумные баты, они вот вообще дистанцию не умеют держать. Они, блин, просто прут тебя в лоб. Как камикадзе какие-то. Приходится и стрелять в них, и уворачиваться еще от их туш. Да что ты? Блин, что ж так петляешь-то, зараза? Ну, наконец-то, блин. Где еще пушка эта гребаная? С этим попроще, они хоть на месте... А, блин, это летающий еще, что ли? Ну, пипец. Слушай, ну это херово, что-то их до хера становится. Сейчас, ребятки, чатик почитаю. Это пипец просто какой-то. Что-то их дохерища стало. Ну давай. О, наконец-то, блин. Где еще пушка? Ух, муторно. Муторно. Где еще? Блин, у меня они, походу, куда-то в сторону отвели. Вот она. Так. Играли в Halo? Не, не играл. Есть Master Chief коллекция в Steam, на комп не тянет. Естественное движение, однако, у них. Ну, хз, они же маленькие, манёвренные, типа. Так. Это... Блин, а где... Не пойму, что-то не нифига. Где контакт еще один? Где-то еще должна быть цель, вот. Блин, это все эти... А где-то должна быть башня, где-то должна быть. У меня уже корабль, по-моему, трещит. Не, ну... Какой-то он немножко обшпаренный, как будто ему облили его чем-то. Сен-Тиес, турель вроде и... Так вот, я и говорю, турели надо расстрелять, только я не пойму, где они. Корабли вижу. Вражеские. А где турельки? Так, контакт. Где контакта? Зараза, блин. 76% бензина осталось. Так, погоди, это у нас...
Что такое? Это что такое? Адвокаты? Ни хрена себе. Они... А, это помогает, они стреляют. Это свои, типа. Круто. Ну, хоть от этих, от этой быдлоты. Правильно. Ну ладно, я сейчас пойду поищу турели пока. У меня, видишь, что хреново? У меня почему-то перестало это. Перестало. Улякать. Короче, перестало радар работать. Тут где-то должен был быть он срабатывать. Да что ты ко мне привязался? Наконец-то. Может, глюк? Ну, скорее всего, глюк. Просто, блин. Это нехорошо, я же не вижу. Еще один. Да что ж такое-то? А где, блин? Оно должно работать, нажиматься. А, у меня что-то со всей панелью перестало работать. Взаимодействие вообще перестало со всей панелью. Оу, что, нафига я квантовый двигатель-то запустил? Вот, и я бы... С радаром-то, может быть, проще было. Контакт. Это не то. Это не то. Видишь, одни остались эти, блин. Я так мол, стражи этих башен. Посмотрим, полетаем вокруг этой зоны. Может, найдем. А, может, радар не работает тут в этих местах именно из-за туманов? Может, это не глюк? Хотя, блин, он же должен нажиматься хотя бы что-то. Кнопки-то органы управления должны переключаться. Блин, их тут до хера так-то. Так, тут и за мной сразу увязался. Попробую тут полетать, посмотреть. Да заколебали. Где контакт-то? Ты заколебала.
Я так понял, они тут спамятся постоянно, ну тут спаунится. С этих больших кусков астероидов летать вообще опасно, блин. Сейчас зацеплюсь за... Да что за херня какая-то? Пинки или что? Где контакты? Мне нужна башня. Так, не башня. Так, там что у нас? Тоже нет. Может, где-то на углу, на краю территории? Так вот, я и думал, что где-то на углу. Только где, блин? Там что за цель? Вот она, одна башня нашлась. Еще сразу уничтожим, чтобы не париться с ней. Блин, сзади еще на хвосту сидит один. Давай, давай, давай. Блин, я сейчас пока эту буду башню разбирать, меня на этот разберет. Осталась последняя. Я за что-то еще зацепился, походу. Блин, как он быстро виляет, это пипец. Да-да-да, еще одну осталось найти, Вадим. Где-то на краях они разбросаны, походу. Так, у меня топливо 64%. Еще можно летать. Фух, блин. Тяжкая миссия, на самом деле, что-то какая-то попалась прям. О. Блин. Это не башня. К сожалению, не башня. Полетаем вокруг, сейчас посмотрим, может найдем. Где контакт? Контакт, контакт, контакт. Да где этот контакт, блин? Тоже не башня. О,
О, что это? Блин, ну я тебе говорю, этих уродов тут в этом тумане дофига, а вот башен, блин, где-то тут попрятали, блин. Вот эти лупятся. С другими надо поискать, пока башня пока не стреляется. Где контакт? О, сверху что-то есть. Блин. Че, еще ракеты летают? Ни хрена себе. Мне кажется, глюкнуло, наверное, либо нигде нет, либо не доспаунилось, либо где-то далеко. Не, она где-то есть, но просто надо найти ее. Вот и все. Вот какой-то контакт. Нет. Чё, контакт? Вот она! Нашлась! Зараза, блин! Нашли, Вадим. Все, последняя башня. Еще чуть-чуть, и я бы сдался на самом деле уже. Ну давай, последняя осталась. Все, миссия выполнена. Валим отсюда. Где у нас тут? Где у нас тут станция где-то должна быть? Вот она. Да как ее повернуть-то? Блин, непонятно, что-то ни хрена. Я бы тебе не дал сдаться на одно это. Понятно. Так, нам нужно найти. Блин, в чем у меня корабль? Подожди. Какой-то фигне, блин. Почерневший какой-то весь. Что-то с ним стало, какой-то он странный. Так, погоди, где эта станция гребаная? Вот, нам сюда надо. Петрович. Вот она где. Все, летим к ней. Так. Как будто какая-то радиация на экране. Идем ремонтироваться, заправляться, пополнять боезапас, блин, потому что, блин, от души мы прям налетались этими. А вот она где. Краску содрали. Ну вот действительно, как будто его либо ободрали, либо наоборот. Чем-то его облили, как будто, блин, такое ощущение.
Неплохо так вдалеке пираты от них шарятся, блин. Блин, чего у меня не работают клавиши? Новая проблема, блин. Чего у меня кнопки управления перестали работать? Так, здесь у нас безоружный режим. У меня кнопки перестали работать, вот, блин. Сейчас будем выходить в открытый космос, чтобы перезапустить. Не, у меня реально, смотри, что-то... Видишь, внутри корабля какая-то краска стала херовая. Что-то, блин, прям херовастенько стало. А знаешь, что мы сделаем? Мы сейчас выйдем из корабля в открытый космос. Может заработать. О! Какого хрена? Кто по мне лупит? Что? Какого хрена? Кто по мне лупит? Он что, за мной летел все это время? Что, прикалываешься, что ли? А как же зона без стрельбы? Ёпарасоте. У нас же тут зона без стрельб. Жесть какая. Может их снаряды лазеры с какой-то химией? Я хз. Ну, работает теперь. Да. Мэджик, блин. Где наше место посадки? Наверху где-то. А, вот. Будем ремонтироваться. Заодно я, наверное, поменяю корабль. Сейчас посмотрим, я как раз выйду из корабля, посмотрю, что на нем, что такое, что за фигня. Оу, тихо. Ты задрался на нос. Мне кажется, это вот новая система деградации деталей, когда ты летаешь в каком-то тумане, скорее всего, это не повреждение от стрельбы, это скорее всего из-за того, что в этом тумане полетал, это грязь какая-то налипла. Это об этом я читал. А что за open door? Не понял.
Не понял, это что такое? Ух ты, прикинь, это Али, знаешь что, Вадим? Это оружейный шкафчик, прикинь. Ты же не можешь сидеть типа в кресле с этим, с оружием, ну за спиной, тебе же неудобно будет. Сюда типа оружие класть надо будет. Охереть, вот это они придумали. Прикинь. Ни хрена себе. Да, это типа грязь налипшая. Ты же летал в этом тумане. Это они рассказывали об этом видео. Типа, когда летаешь, там будет пыль налипать. Типа, это система деградации называется. Деградация оборудования. То есть, есть вот такие вот простенькие, типа грязь налипает. Вот. Она со временем сама пройдет. А есть, короче, система деградации старения, то есть коррозия там будет проявляться, на стекле будут царапины всякие появляться, короче, вот эта вот тема, они тоже заморочились с этим. Ладно, давайте мы поменяем корабль. Коли у нас уже грязненький. Ни хрена себе, даже оружейный шкафчик замутили, блин, для Гладиуса. У больших кораблей, у них это, шкафчики эти, прям внутри корабля стоят, ну то есть не надо вылезать наружу. А тут, видишь, надо, придется будет сначала посадить корабль, потом достать стволы. Так вот. Потом тоже деградирует. Да, есть старение, типа. Но как оно тут будет пока идти, я не знаю. Ну, пожрать, попить точно тебе надо будет. Пилот, да, может деградировать тоже. Не, ну классно задумали, кстати. Пока еще, конечно, выглядит такой себе. Я смотрю, там резкие такие линии, некоторые элементы. О, что это у меня калашматит? Вот. Как его сказать? Резкие перепады видны. Надо сходить покушать, купить. У меня водички. Видишь, водички пить хочет. Давайте поищем, где тут можно поесть. Так, Z-Hub нам не нужен. Это отдыхать надо. Rest and relax. Это я так вам просто на второй этаж подняться. Где-то тут должно быть. Галерея. Наверное, да, ибо ты забыл оружейку закрыть. Да, прикинь, забыл закрыть. Может, блин, они додумаются сделать, когда, допустим, ну, начинаешь взлетать, оно автоматом закрывается. Так, где тут покушать? Вот. Торпеда Бурита. Нам куда-то сюда, наверное. Бар. Так, что покушать есть у тебя, чувак? Блин. Это вода. Вода. А, нам вода нужна как раз. За 3 альфа-уека. Фигли, миссию выполнили, можно и бухнуть. Дринк. Опять, блин, шлем. Не, ну это как-то надо как-то продумать. Так пушки любимые расстрелять как иногда. Пушки растерять как нифиг делать. Где моя баночка? Вот проблема в том, что где-то инвентарь должен быть. А где, как он включается, я не помню. Как-то должен включаться инвентарь. Это лечь. Ладно, хрен с ним, возьмем пока.
Как-то этот отогнутый палец меня смущает. Можно вылить из нее? Вот так вот просто повернуть. Сейчас допьем все полностью и все. Плейс. Все. Ставил пустую банку. О, пушки. Чем новенькое появилось в ассортименте? Коллиматоры. Welcome, welcome. По-моему, все то же самое. Ничего нового не появилось. Ладно, полетели отсюда. Прикольный аппарат. Так, мне надо. О, ну какие молодцы разработчики, что они это сделали. Что начали подписывать, на каком платформе стоит самолет, оставленный тобой. И погоди, куда я иду? Мне надо в лифт. Я откуда вышел? Где лифты-то? Вот они где-то тут должны быть, да? Нет? Элеватор транзит. Так, хангары нужны. Сейчас вызовем Constellation. Ну, какое-нибудь задание там, типа доставки возьму. Надоело уже стреляться. Хочу просто полетать. Есть у нас delivery. Так, задание. Персональные. Блин, еще ни одной доставки нету, а? Вчера забрали, что ли? Давай полетим на Clam Jumpers опять. Только полетим уже на Constellation. Потому что... Гладиус отдыхать должен. Так, Гладиус мы сейчас вообще заклеймим. В сторы. Что значит в сторы? В гараж убрать? А, да, можно его убирать автоматом сразу же. Прикольно. Он типа теперь на первой платформе стоит, да? А, вот клейм. Пускай клеймится. Теперь мы будем Constellation вызывать. Drake Dragonfly. Подожди. А. Drake Dragonfly Racing. Дай-ка я посмотрю. У меня появился Drake Dragonfly. Фига себе, надо посмотреть этот кораблик. Это ж прикольная тема, на самом деле. От один. Посмотрим на Дрейк. Гоночный корабль, короче. Посмотрим на Дрейк. Драгонфлай. Прикольный кораблик, наверное, такой скоростной. У меня его нету, я его не покупал. Значит, разрабы дали. Просто покататься на время. Надо использовать возможность. А, нет, это не. Оп! Я забыл шлем одеть.
Еще бы чуть-чуть. И мне бы хана стала. Да, 32% здоровья, блин, осталось. Трек Dragonfly — это не гоночный корабль, это байк. Это просто байк. Который, на котором можно просто по поверхности покататься. Ну, ладно. Ну и в космосе, в принципе, можно, но мы не будем его брать, мы сейчас возьмем Constellation лучше. Так, лобби. Сейчас на доставочку полетим. Чайку надо сделать. Так, Дрейк мы в гараж закинем. Работай, пожалуйста. Constellation. Ноль пятый пад. Корабль, конечно, поболее будет. В размерах-то. А вот мне интересно, вот как бы мой корабль, ну фиг с ним, он полетал в этой полевой буре или что это такое. Вот. На нем отложились вот эти вот частички грязи. Почему на станции ничего не откладывается? Она же тоже должна, по идее, загрязняться, если она находится внутри, прям нее. Так, запустим сначала. Так, где у нас там маршрут? Куда нам лететь? А, недалеко, в принципе. Так, а куда? Вниз куда-то, да? А, нет, направо.
Квантовый двигатель. Как засосало его. Так, пушки любимые. Да, растерять можно пушки. Так, ребятки, пока летим, за чайком скажу. Так, чайник включил. Сейчас посмотрим. Пока сколько нам осталось. Осталось лететь. 11 миллионов. В принципе, успею залить кипяточка. Так, вот я вернулся. Так, тут шеф опять насилует мозг. Короче, не устраивает, как работаю, кажется, буду меньше работу. Понятно. Корабль клевый. Да, корабль классный, на самом деле. Ну как, по внешнему виду мне очень нравится. А так, как бы, в плане боевых возможностей он, ну, такой, не шибко крутой, прям, я бы сказал. Если покруче. Он больше такой, знаешь, перевозчик, как корабль для перевозок. Не, конечно, он может как и поддержка быть хорошая такая довольно-таки, но... Ты видишь, просто ракеты еще нормальные работают в игре, еще не сделали. Поэтому у него ракет очень много, но использовать их как таковые, блин, не получается пока.
Так, ну что, сколько нам осталось? 1,5 миллиона. Чутка еще и долетим. Там тоже эта грязь, да? Не понял. Чё, реклама? Нормально так прилетел. Вывеска появилась. Так, ладно, мне надо на миссию 118 километров. Полетели тогда. Прикольно. Рекламные вывески такие летят. Летают. Там станция недалеко. Вот еще рекламные вывески. Прям в космосе, блин, голографические всякие. Прикольно наделали, кстати. Там я вижу какая-то станция, но слева она. Там вот, вдалеке. Ну, посадочная. Чаечек. Пока летим, чайку попьем. Горячий. Так, 66. А, нет, 62. Вообще какую миссию бы на доставку взял? Ну ладно, пока есть боевая, в боевую слетаем. Так, снимем скорость. Блин, тут реально радар, что ли, не работает, не пойму. Блин, что такое, цвет какой-то рыжий весь. Где контакт? Как-то тут можно переключать режим. Нет. А, вот. Чё? Авто. Попадает хоть? Хорошо, Constellation, то что пушки чуть-чуть поворачиваются. Он не стреляет, походу.
Далеко. Да что такое? Где ты? Ух, ни хрена себе, как вас тут много оказывается. Вы чё, блин? Обалдели, что ли? Не, ну Constellation, конечно, лазеры побольше, поздоровее, блин, и лупит посильнее. Прям моментально выносит, если прям нацелится. Прям разносит моментально, конечно. Блин, злобно на самом деле. Где еще цели? Работа, удачи. Давай, давай, Вадим. Я еще пока полетаю. Пофармлю. Вот слева какой-то есть. Недалеко от меня. Жалко, нельзя стрелять в этом режиме увеличения. Так, осталось 6. А, 19 км, так я хрен стреляет. Надо это. Поближе подлетать. К этому полетим, этот ближе. Этот далеко, 11 км, мне пушки-то добивать, по-моему, на 4 только. Что такое? А, все, я понял, я же не включил. Я думаю, что меня в бок-то несет? А оказывается, я просто выключил эти маневровые двигатели. Да что такое? Да ёпарасы ты, поворачивай. Где еще? Следующий. Тут далеко. Thank you.
Готов. Так, 7 и 2. Тут у нас 8. Ну, поедем к этому. Достреливает пока. О, 4 и 7 получается. 4 и 7 километра. Пять пушек. Восемь и два. Тут у нас сколько? 12. А, пойдем, где 8,2. Тут ближе. Блин, а у него хорошие пушки, если он так далеко стреляет. Ну чё, не попадает-то. Наконец-то. Так, где еще? Одна осталась где-то. Откуда вы беретесь-то, зараза? Вот еще пушка. Далеко. А с этим разобраться сначала. Лопами. Ну что такое? Что ты ударился?
О, Олег, привет тебе. Вадим на работу ушел. Я пока один играю. Как твои дела? Так, все, миссию выполнил. Так. Отлично. Что у нас по заданиям? Есть доставка? Блин, а. Вот это возьму тогда. Печаль. Ну, почему печаль? Нормально все. Только что работают люди в выходные, конечно, это печально, да. Так, сюда полетим. Замечательно, мне нужна твоя срочная помощь после стрима. Ну, рассказывай, сейчас все равно никто ничего это. Рассказывай, я все равно пока лечу, мне еще минут, наверное, 10 полета из одной точки в другую. Пока долечу, блин. Можно чайку даже попить. Вот. Я хотел узнать, на какое время, кстати, на какое время планировать стрим по корабликам в среду? Чтобы ты говоришь совместно поиграть, постримить. А, секрет. Ну, ладно. Ладно, окей. Тогда хоть по стриму скажи. О, блин, аж спину ломит. Так. Какой уже стриме? 2 часа почти. Тебе удобно, так и делай, но желательно вечерком. Понятно. Ну, давай тогда в у меня будет дневной стрим в 13. Давай в 6 вечера по Москве сделаем, если тебе удобно. Просто у меня еще днем будет стрим. Я хочу хоть немножко какой-то промежуток оставить, чтобы взбодриться и прийти себя после дневного будет мне, а потом вечерний вот как раз вот по кораблям. Все, я понял. Буду ориентироваться тогда на это время. Ты когда гонку устраиваешь, то получается у тебя стрим, я смотрел анонс стрима, что-то там, то ли 18 часов до начала, то ли чего. То есть ты сегодня уже планируешь гонку устроить или когда, или завтра? Сегодня выходной, получается, ты сегодня, да, планируешь?
А, сегодня, да? Все, я понял. Напишу, хорошо. Я, наверное, сейчас вот боевую миссию выполню, вот эту крайнюю, и буду закругляться со стримом. Все равно народ сегодня не ахти, поэтому просто полетал, так. Вот, поиграл, постримил. Давай, Олег, давай. Беги. Семнадцать миллионов. Окей. Хорошо, ВК напишу. Так, корабль у нас не поврежден, в принципе. Так, еще у нас по контрактам доставка появилась? Походу нет. Все только на стрельбу и убийство. Нету мирных заданий, просто, блин. Никаких, просто полетать, подоставлять что-то. Так, ракетами мы все равно не пользуемся. Закроем их. Так, в чатике что, все по-английски, жалко. Жалко, что нет русского интерфейса. Все, мучаемся с английским. Нас тут уж на связи. Стар Смит. Кажется, прилетели.
Так, скорость набираем. Мы тут вы еще за сегодня ни разу не умерли. Надеюсь, что на этом и хорошо закончится стрим. Последнее задание на сегодня сделаем. Потом приземлимся на планете и, наверное, все. Будем отдыхать. И, ну, чего ж красиво, конечно, не сделали эти. Прям уже вот не пустой чувствуется космос. Здесь приземлюсь. Хартман, приветик к тебе. Как поживаешь, как делишки? Так, что надо вообще найти? Siege Area, поиск чего-то, обыскать зону. Окей, сейчас поищем. Так, а есть у нас тут... Ничего не меняется. Все отлично, ты как? Да я нормально. Вот. Просто расслабляюсь в космосиме. Летаем. Выполняем задание. Вот. Давно не играл в эту игру, поэтому сегодня вот решил запустить. Так. Мне вот интересно, что мы тут ищем только. А, тоже на турельке. 9 штук. А, ну все понятно. Не, я это задание не буду выполнять. Я стану преступником сразу. Ладно, тогда буду возвращаться на станцию. А мы не хотим пиратить. Я не пират. Сейчас мы это задание отменим. Есть доставка. Сервис Бейкон. Ладно, полетим тогда на станцию, будем там приземляться уже. Актива мало. Ну, у меня на Star Citizen мало актива, потому что другие игры другого жанра. Вот. Поэтому мало актива. Как бы, если играть в одну игру и ту же, одну и ту же постоянно, то, конечно, на ней будет актив. Ну, как бы, если ты в нее мало играешь, то и, соответственно, мало на ней актива будет.
Давай мы запросим разрешение на посадку. Где это тут? Только не понимаю, почему вокруг Constellation какой-то белый туман или что-то типа того. Фиг пойми, что вот это вот надо бы убрать, оно мешает реально. Вот это свечение непонятное. Это мобильная игра. Нет, Алекс. Такой графики мобильным играм не потянуть. Это ПК игра. Приедь к тебе, кстати. Надо еще на ПК-то не у всех выводит. Во, в пятую передачу мы вчера играли, я под ником Санек. А, Санек, все, я вспомнил тебя. Ну, сегодня я не буду в нее играть, я на следующей неделе буду играть в пониженную передачу, там и стрим будет. Вот. У меня просто и другие игры есть, надо тоже в них играть, иначе будет заброшен проект. Так-то так. Я выкачу расписание стримов на канале в сообществе. Вот. Ну, там ВКонтакте, в Дискорде, вот. И там, знаете, когда будет стрим по пониженной передаче. Вот. Ты что, откроешься, нет?
Непривычно слышать пятую передачу. Пророк, когда стрим будет? На следующей неделе. Скорее всего, даже завтра вечером. Так, тут даже игроки есть живые, надо же. Так, а нам куда надо? Customs. Бурита бар. Рефинерии, что за рефинерии, первый раз вижу такое. Прям интересно. Кинг, приветик тебе. Как твои дела? Ну и чего? Нажимайся. Что за гран? Ты что, не видел ее у меня? Star Citizen. Что за звуки? Что за рефинерия? Ох, ни хрена себе, это оказывается какая-то кузня плавильная. Ничего себе. Так, еще название прочел. Раньше так называли. Лайк, пожалуйста. А, спасибо, ребят, за ваши лайки, кто прожимает. Даже что-то плавится. Прикол. Такой локации еще не видел. Охереть тут, блин. Нормально. А ты что тут присел посрать? Прикольно. Юху, ништяк. Они тут, короче, что-то производят. Это мастерская. Прикольно, прикольно сделано. Не, действительно, этой локации раньше не было, добавили недавно.
побродить под конец стрима, посмотреть, что тут у нас. Не, классно сделали. Какой-то мини-заводик на станции. Так, а тут не пройти, да, никуда дальше. Сейчас вниз спустимся, посмотрим, что тут еще есть. Так. Не для авторизированного персонала. Я типа сюда не могу зайти, да? Жаль. Я бы посмотрел, что тут. Блин, дай пройти, чувак. Чё за прикол? Чё они все встали и не дают пройти? Баскет. Прикольно, прикольно сделали. Хотя я не понимаю, конечно, смысловой нагрузки вот этой локации. Ну, просто вот, как бы, да, она есть, но... Может, тут в будущем что-то можно будет это... Отгружать, разгружать, не знаю, может, рабочим каким-то работать, хер знает, непонятно пока. Не, ну, делали классно, конечно. Так, а вот там что такое за место? Тут выход, а там что-то есть. Сервисная какая-то. Ну-ка, давайте посмотрим. Что за сервисная? Ого. Центр майнинговой поддержки. Ох, ни хрена себе, это тут целый магазин, обалдеть. То есть тут типа можно зашопиться для майнинга. Прикольно, всякие насадочки для бурения. И образцы минералов. Прикольно сделали. Хадонит. Девелин. Афорит. Прикольно, прикольно, кстати, сделали. Ну-ка. А поглазеть это место. На самом деле, неплохо так замутили. Набор инструментов. Лопаты, топоры. На корабли всякие насадки. Прикольно. Не, классно сделали на самом деле. Можно шмотки покупать. Equipment.
Что на продажу? А, можно машину даже купить, ни хрена себе. Прикольно. А, аренда. Аренда. Тут написано, сколько за день можно купить, видно. Не и сколько взять. На месяц арендовать стоит 850 тысяч. Так, Дрейк. А, это All, все. Прикольно, машинку можно арендовать для майнинга. Ну-ка, и сколько на месяц стоит? Тысяч. Неплохо. Чтобы побыть майнером. Помайнить. Так, там я такого прохода нету, да? Нету. Ладно, давайте посмотрим еще, что тут есть. Так. Что тут такое у нас за место? Тут какое-то прям навороченная какая-то штука, надо будет разбираться, что это за место вообще. Медаль какая-то висит. Так, внизу много всяких труб. Консолики и прочего. Тут типа нельзя залезть, да? А, только для авторизованного персонала. Все, я понял. Блин, ну все позакрывали. Не залезть. Вообще, по идее, если бы хотел, то залез бы тут, блин, столько всяких балок левых, что можно, в принципе, легко залезть. А, побежали на выход. Хоть эту локацию об этой узнали. Локации можно будет что-то потом сюда, я так помню, отвозить. Прикольно, прикольно. Ладно, давайте. В галерею. Может, в галерее что интересное еще увидим. Еще 4 минутки сбегаем, посмотрим.
Долго едем до галереи-то. Так. Тут некуда идти. Понятно, заказы сдавать. Здесь шматье покупать. Такое разноцветное, прям фух. Вырвиглазное. Так, тут пушки. Давайте выше поднимемся, посмотрим. Ну тут вроде ничего не поменялось больше, что так все и осталось. Platinum Bay. Так, тут что у нас? Трубы. Магазинчики и боты, как всегда, стоят на друг друге. Бурито бар. Редкий привет тебе. Так, ну ладно, все это хорошо. Но я думаю, пора закругляться. Вот, на сегодня со стримом, потому что уже времечко довольно-таки много прошло. Вот, поиграли, полетали. Вот. На этом, наверное, будем, ребят, закругляться. Всем спасибо, кто зашел на стрим, поставил лайк. Ну, еще поиграем обязательно как-нибудь в эту игру, но сегодня будем уже закругляться. Вот. Так что вот такие дела. Ладненько, всем пока. Всем до новых встреч. С вами был Prime.